Крупная авария произошла ночью на улице Салимжанова в Казани. Там автомобиль BMW, который двигался в сторону Булака, вероятно, на очень высокой скорости пересек встречную полосу, затем тротуар и врезался в бетонное ограждение набережной озера Кабан, разрушив его. После удара автомобиль развернул и отбросил обратно на проезжую часть. Неуправляемая машина чудом не задела пешеходов. В салоне иномарки находились два молодых человека. Они не пострадали.